Сегодня в криминальной России мы будем начинать новую стройку. Я у вас спросил в комментариях, что же нам в первую очередь построить в деревне Корякино, ведь это будущий центр всей цивилизации. И я тут подумал на самом деле, ведь завтра 1 сентября. Черт побери, 1 сентября, а у нас в деревне Корякино, оказывается, нету школы! Где же будут учиться школьники и школьницы? Нам срочно нужно построить школу, причем сделать это за один день. Я не знаю, как мы это провернем, но надеюсь, у нас все получится. Прямо сейчас нужно отправляться к мэру Корякино, к моему дедушке, и сказать ему о том, что я запланировал. Хотя лучше сразу съездить сначала на стройплощадку и нанять рабочих. Но рабочих необычных. Обычные таджики мне тут не помогут. Мне нужна какая-то такая сила, которая способна построить целую огромную школу современную за один день. Надеюсь, у прораба найдется какая-нибудь идейка. Я же надеюсь, что вам понравится сегодняшняя серия и сегодняшнее строительство школы. Присоединяйтесь к игре на 11 сервере Радмир РП и участвуйте в наших интересных приключениях. Ссылочка на скачивание лаунчера есть в описании. Если вы начнете здесь играть, то мой ник Роман Кей и мой промокод Мистер Кей маленькими буквами обогатят от вас на 100 тысяч долларов после того, как вы отыграете определенное количество часов, поэтому обязательно указывайте их при регистрации на сервере. Что же, я знаю только одно место, где я могу нанять профессиональных рабочих. Они нам помогали строить наши первые нефтевышки. Да что ж там говорить, они все нефтевышки в нашей деревне Корякино построили. Но, как я уже сказал, там нам помогали строить эти нефтевышки таджики. Они, конечно, мало получали, мы им достаточно мало платили, но и работали они очень медленно. Именно поэтому мы так долго выкачивали всю нефть из деревни Корякино. Будем надеяться, что у того прораба найдутся настоящие мастера на все руки, учитывая, что бюджет нашей деревни Корякино уже составляет 150 миллионов рублей, как вы можете знать по предыдущему видео. Именно столько мы заработали на добыче нефти в ней. Этих денег, конечно, не очень много, их, скорее всего, хватит только на строительство одной школы, но мы потом уже решим, откуда нам доставать новые средства. А вот и та самая стройка. И смотрю, что техники здесь закупили немерено. Грузовики, бульдозеры. О, вон прораб стоит, кстати говоря. Ну это, в принципе, не удивительно, ведь этот прораб заработал на нас миллионы. Он нам воздвиг несколько десятков нефтевышек в нашей деревне. За каждую мы ему платили по 3 миллиона рублей. Можете сами умножить одно на другое и получите исходную сумму. Здравствуйте, уважаемый прораб. Надеюсь, у вас хорошо развивается бизнес, потому что мне нужна очень серьезная помощь. Слушаю. Мне нужно построить новенькую школу. Без проблем. Но сделать это надо за один день, непосредственно сегодня, потому что завтра 1 сентября, и первые школьники должны отправиться на учебу, чтобы все видели, что наша деревня начала развиваться. Запросто, у меня есть секретные работники. Что? Я думал, он сейчас скажет, что это невероятно, это нереально. Вы просите меня о том, что невозможно, а он говорит о каких-то секретных работниках. Из Китая. Слушайте, вы меня заинтриговали. Сэр, покажите мне своих секретных работников из Китая. Узкоглазые! Бог ты мой! Это что такое? Это... Что это такое? Ё-моё! И что вы хотите сказать, что эти старички смогут построить мне школу за один день, как я прошу? Они вообще по-русски разговаривают? А то я их язык вообще не понимаю. Чё он там говорит? Эляминго кухчи ух как, господи, язык можно схватить как-то произношение. Немного говорят. Ну ладно, это не важно, говорят они на русском или нет. Главное, чтобы они умели быстро строить здания. И чтобы наша деревня, соответственно, быстро развивалась. Слушайте, ну дед мой, мэр Корякино, просто будет в шоке. Обрадуется еще как. Ладно, давайте, грузите тогда их по машинам и езжайте за мной. Я проведу вас к нашей деревне. Ну вот, сегодня, ребята, мы и сможем проверить настоящую китайскую смекалочку. Настоящий китайский профессионализм. Многие сомневаются в Китае. Я, в принципе, тоже. Я не очень серьезно воспринимаю Китай. Но если они действительно справятся со стройкой и построят мне школу за один день, я сразу буду знать. В Китае сомневаться нельзя. Китай — это будущее, и мы будем использовать только китайских строителей. Ладно, надеюсь, они умеют водить машины на русских автодорогах. Ё-моё, что вы делаете, вы? Вы, блин, сортир, биотуалет. Вдруг там другой китаец сейчас сидит.
Они решили с сортиром ехать в мою деревню. Ну ладно, это, наверное, знаете, они для себя захватили сортир, чтобы было куда справлять нужду. Ох, забавные эти узкоглазые, но ничего. Ох, забавные эти узкоглазые, дед, я думаю, посмеется. Дружище, что такое случилось? Проблема? Чем-то помочь нужно тебе? Квартиру продаешь? Нет, не продаю квартиру. Ну ладно, если нужна помощь, то поехали дальше. Я бы его нанял просто-напросто в нашу команду за полставочки. Может быть, носил бы нашим китайцам инструменты. Но, увы, он не заинтересован в этом. Знакомая картина на самом деле вот точно так же. Красивым строем, с бульдозерами, с самосвалами. Мы ехали на нашу первую стройку, когда возводили нашу первую нефтевышку. Тогда у нас еще не было ни денег, ничего. Тогда я только впервые приехал в деревню Корякина. Сейчас же мы едем точно так же в деревню Корякина, но уже для того, чтобы начинать строить там первые здания. В будущем мы будем возводить там огромные небоскребы, огромные жилые комплексы, мэрию обязательно построим, но начинать все-таки мы решили со школы. О, а вот кажется и дед. Ё-моё, дед, ты что, себе новую тачку прикупил? Дед, зачем ты тратишь бюджет Корякина на новые машины? Мы же с тобой договорились, что мы будем тратить его на дома, на дороги, на больницы. Блин, грёбаные чиновники, вот дед... Ох, первые же наши деньги решил потратить на новенькую машину. Так еще и протюнинговал ее этот засранец. Ладно. Пускай, денег у нас еще будет много, пусть позанимается небольшой коррупцией. Можно считать, что это его личные деньги. Дед, ну вот объясни, зачем ты на деньги с нефти купил себе новую машину, а? Это мне мои фанатки подарили. Кому ты рассказываешь, какие фанатки? Дед, у тебя фанаток-то нет. Ладно, дело не в этом. Я тебе уже сказал, что мы сегодня будем строить новенькую школу. Но я хотел, чтобы ты выбрал место, где мы будем ее строить. Ты уже выбрал? Ты зачем коронавирусных китайцев привел? А, дед, совсем забыл тебя представить. Это же наши новые строители. Бригадир пообещал, что они построят нам школу за один день. Ты в это веришь? Сносим этот сарай и строим школу. Как скажете, мэр. Так, китайцы, вы все слышали? Сносите этот сарай ко всем чертям. Я надеюсь, там никто сейчас не живет. Давайте обойдем. Ух, блин, да там огород-то, сколько картошки растет. Так, китайцы, сначала раскапываем картошку, а потом сносим этот сарай. Будем строить на месте его новую школу. Офигеть, что он творит? Вы поглядите на этого мужика. Ё-моё! Серьезный домик, раз его так сильно нужно таранить. Ну ладно, дадим возможность этим китайцам работать. Дед, я думаю, мы пока можем сходить попить кофе. Я думаю, что они пока сейчас будут располагать свою технику, готовить, сносить дом. Рыть котлован. Пройдет время до вечера, наверное. Я сильно сомневаюсь, что у китайцев получится сейчас что-то здесь построить. Не понял. Откуда здесь взялись огромные краны? Я отвернулся буквально на минутку. А здесь уже появилось такое. И китайцы вовсю здесь работают бензопилами. Черт, это слишком быстро, я такого даже не ожидал. Откуда они их вообще взяли? Поглядите на эти размеры, этот просто гигантский кран. Какую школу они тут собираются строить? Размером в 10 этажей? Пипец. Я недооценил китайцев, ребят. Недооценил. Они за минуту смогли провернуть такую большую работу. Нам нужно срочно уже искать школьников. Потому что если мы построим школу, то в ней кто-то определенно должен учиться, правильно? Она же не будет тут стоять пустая. А поскольку мы всех выселили из деревни, то у деда будут вопросы, почему школа пустует. А ведь завтра уже 1 сентября. Нам нужно прямо сейчас поехать куда-нибудь в город и найти нам учеников в нашу новую школу. Блин, я даже не представляю, как это будет выглядеть, но меня это уже заинтересовало. Ладно, давайте быстро садимся в нашу тачку, едем в Арзамас и ищем там людей, которые согласятся поучиться в нашей школе хотя бы один день. Отлично работаете, китайцы! Продолжайте в том же духе, можете даже ускориться. Делайте все быстрее. Ты тут, блин, не махай бензопилой рядом с моей мордой, пожалуйста. Глупый узкоглазый, когда зарплата? Это все, что ты знаешь на русском, да? Иди работай, а не проси зарплату. Ладно, давайте скажем деду наблюдать за стройкой, а сами поедем искать учеников. Я снова приехал в Арзамас, но у меня сразу возникает вопрос, где же нам искать
тех самых школьников, которые захотят учиться в новой школе в деревне Корякино. Если я просто сейчас поеду в какие-нибудь дворы, шпана никак вообще не захочет идти в школу, она скажет: «Блин, я не хочу идти учиться». Это все-таки, ну сами понимаете, шпана. Нам нужны те, кто захочет тут пойти поучиться за деньги. Я знаю даже, где их искать, да, да, я знаю, где их искать. Едем на вокзал. Я уверен, если люди тусуются на вокзале, то им нужны деньги. Это, скорее всего, какие-то бомжи, люди, у которых произошел несчастный случай в жизни, и они остались без квартиры, без машины. Ну, сами смотрите, какой транспорт здесь стоит. Ну, это просто смешно. Люди, которые здесь тусуются, им 100% нужны деньги, и они готовы побыть школьниками хотя бы на один день. Чтобы вы понимали мой план, я хочу сейчас подойти кому-нибудь и предложить им поучиться в школе. Мы привезем их в деревню Корякино, переоденем в школьников и представим перед нашим дедом, мол, вот, пожалуйста, это новые ученики, сделаем линеечку, там все дела. Ладно, давайте крикнем, может быть, кто-то отзовется. Ко мне тут уже люди подошли, да, они даже не понимают, что я хочу, но мой скин, наверное, привлекает внимание. Кто хочет побыть школьником в моей новой школе? Давай. Чё? Какие мы школьники, дядя. Так, давайте так, кто готов, идите за мной, заплачу. Переоденем вас, станете просто красавчиками. Блин, даже гораздо больше людей привлек, на самом деле, чем я предполагал. Видите, как людям здесь нужны деньги сильно. Они, ничего не спросив, просто готовы уже стать школьниками. Так, ну, люди сели. Получается, блин, тут еще один человек. Давайте скажем ему, что я сейчас за ним вернусь. Он говорит, что это недогелик. Чувак, это русский гелик, какой это недогелик. Все, сказал ему, что я вернусь. Надеюсь, он не убежит, потому что нам нужно как можно больше учеников. Если мэр Корякино, мой дедушка, увидит, что наша школа собирает внимание. Кстати, было бы здорово, знаете, что еще сделать? Съездить к прессе. Собрать прессу, привезти туда новостников и показать им новую школу. Кирюха говорит, что надеется, что там нет тараканов. Но, Кирюха, ты не представляешь, мы вбухали в эту школу 150 миллионов рублей. Это будет самая продвинутая школа во всем, во всей криминальной России. Деревня Корякино будет самой продвинутой во всей криминальной России. Это я понимаю, набор школьников я собрал. Бомж, какой-то мужик с бородой и гопник. Да, девчонок только не хватает. Блин, надо девчонок найти, а то парням будет скучно в одиночку. Какая-то уже кадетская академия у нас будет. Ну что, я уезжал буквально на полчаса. Мне кажется, что за это время должен произойти какой-то прогресс, и я его должен прям отчетливо увидеть. Краны по-прежнему стоят, значит, китайцы все еще работают и трудятся. О мой бог. Вы как это так быстро смогли сделать? Вы поглядите, какая она офигенная. Просто офигенная школа. Я даже не ожидал, что она получится настолько крутой. Они уже построили весь фасад. И получается, наверное, парты уже заносят вовнутрь. Вау. Так. Господа, вы теперь новые ученики, сейчас будем вас переодевать. Прикольно. Действительно прикольно. Ну а перед этим, прораб, я вижу, вы очень быстро строите школу, но если это будет просто здание, это будет не круто. Нужно как-то разнообразить фасад, поэтому добавьте каких-нибудь украшений. Украшения, китайцы! Давайте, если вы так быстро смогли построить школу, чтобы к моменту, когда я вернусь с новой партией учеников, школа была полностью готова. Я не могу все еще поверить своим глазам. Это невероятно, невероятно, как китайцы работают. Итак, переодеваем нашего последнего ученика. И вот наши первые ученики готовы. Они, конечно, не в пиджачках. Достаточно свободная форма. Дед, кстати, познакомьтесь, это новые ученики, привезли специально для этой деревни Корякино. Можете пожать им руку. Но мне надо спешить, нужно спешить за новой партией, пока они там еще не разбежались. Итак, я уже привез новую партию учеников и прошло 1,5 часа. Как вы думаете, что за 1,5 часа здесь случилось? Вы не поверите своим глазам, только посмотрите на эту красоту. Китайцы завершили работу и уже убрали всю технику, подмели все, прибрались, убрали краны. Господи, это же просто произведение искусства, посмотрите на эту красавицу. Еще и школьники уже на линейку собрались, хотя 1 сентября только завтра. Наверное, хотят что сказать деду. Так, так кто-то застрял. Кто-то застрял в школе. Эй, откройте.
Там действительно застрял в школе. Откройте дверь в школу, дед! Открой дверь в школу, там у нас ученик застрял. Кстати, смотрите, я не понял этого прикола. Почему здесь туалет на улице? У нас что, нету туалета в школе? Люди будут ходить в туалет на улице? Ну ладно, видимо, деревня остается деревней, даже несмотря на то, что здесь такая обалденная школа, канализацию еще не провели. Ладно, раз линейка собралась, то значит, что-то сейчас должно произойти. Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте! Дед тут говорит школьникам, что эту школу построили за один час выдающимися строителями, действительно. Восточная культура. А что есть один пацан к нам спиной? Стол, а? В этом учебном году скажите спасибо строителям. Спасибо. Да, строителей надо в первую очередь благодарить, но в первую очередь надо благодарить мэра. Мэр для вас постарался, ученики. Он построил вам новую школу. Это знак, что деревня снова начнет развиваться. И именно вы будущие деревня Корякина. Воу! Да, это здорово. Давайте все дружно теперь благодарим мэра, потому что именно он вам подарил эту школу. 150 миллионов рублей она, между прочим, стоит. Спасибо, товарищ мэр! Спасибо вам, мэр! Блин, нравятся мне эти ученики. Сразу видно, что хорошие люди будут здесь жить и учиться в такой-то красоте. Надеюсь, они ее не загадят и не превратят в какое-то говно. Уважаемый мэр, можете теперь перерезать ленточку и официально открыть эту школу. А, хорошо. Перерезал ленточку. Здорово. Поаплодируем деду Кею. Поаплодируем мне. И поаплодируем всем этим замечательным ученикам. Блин, здоровская школа. Мне прям реально нравится. Только туалет на улице смущает. Ну да ладно. Еще есть мусорный бак под землей. Ну, знаете что? Деревня только развивается. Я хочу, чтобы вы в комментариях написали, что мы должны строить дальше, в следующую очередь. Правда, есть проблема. Мы потратили все деньги на строительство этой школы, чтобы успеть ее завершить к 1 сентября. А это значит, что у нас больше нет денег. И даже несмотря на то, что мы сейчас будем решать, что строить дальше, нам еще надо решить, откуда нам доставать деньги. Но я думаю, с этим вопросом нам поможет Рикардо. Если уж мы влились в нефтебизнес, то можем продолжать его развивать и искать нефть в новых местах. Ну а я надеюсь, что вам понравилось наше новое строительство в деревне Корякино. Не забудьте поставить свой зверский лайк, если так, и присоединяйтесь к игре на 11 сервере Радмир РП. Приезжайте в деревню Корякино и давайте вместе проводить наше время. У микрофона специально для вас был Мистер Кей. Хороших вам игр, хорошего настроения, удачи и пока.